будете наказаны. Блин, ты-то мне и нужен, небритый американский герой. Неужто опять пиротехника? Не, в этот раз стволы. Партия нелеталки для ячейки сопротивления в Манчестере. И мне нужен водила, грубый, ворчливый и старый. Ты всегда так просишь об услугах? Да ладно тебе, не работа, а фигня. Бросишь тачку за городом, остальное возьмет на себя мой дальнобой. Ладно. Автопилот включен. Диспетчер, запрос принят. Прием. Где же тебя искать? Черт. Диспетчер, объявите цель в розыск. Я на месте. Фургон должен быть где-то рядом. Вот ты где. Почему Манчестер? Альбиошки потянулись на север. Мы уже видели, как шустро они устанавливают полицейский режим, если им вовремя не обломать рога. Не думал, что ты интересуешься политикой. Не, всю эту зазнайскую срань я терпеть не могу. Но там же живут люди, сечешь? Я не хочу, чтобы они страдали. Ну, типа, блин, ты же в курсе, что случилось с беднягами из Дедсек?
Поддержка. Прием. Всем патрулям. У нас проблемы. Ко мне со всех сторон приближаются альбионовцы. Кажется, нас раскрыли. Чё? Как? Ты мне скажи, заказ-то твой. Йот. Фредди, что мне делать? Если пушки ищут, их нельзя везти в Манчестер. Сбрось ход, я найду другого покупана. Остановите транспорт. Меня сейчас порвут на тряпки. Ты нашла покупателя или нет? Ща, перетираю за детали. Я скину новые координаты сразу, как получу их. Остановите этот транспорт! Идем преследование. Прием. Автопилот включен. Цель прошла КПП. Черт!
Автопилот включен. Эй, вернись в тачку! Нельзя просрать пушки! Я на месте. Фургон должен быть где-то рядом. Вот ты где. Почему Манчестер? Альбиошки потянулись на север. Мы уже видели, как шустро они устанавливают полицейский режим, если им вовремя не обломать рога. Не думал, что ты интересуешься политикой. Не, всю эту зазнайскую срань я терпеть не могу. Но там же живут люди, сечешь?
Я не хочу, чтобы они страдали. Ну, типа, блин, ты же в курсе, что случилось с беднягами из Дедсек? У нас проблемы. Ко мне со всех сторон приближаются альбионовцы. Кажется, нас раскрыли. Чё? Как? Ты мне скажи, заказ-то твой. Ёпт. Фредди, что мне делать? Если пушки ищут, их нельзя везти в Манчестер. Сбрось хвост, я найду другого покупана. Кто-нибудь видит цель? Меня сейчас порвут на тряпки. Ты нашла покупателя или нет? Ща, перетираю за детали. Я скину новые координаты сразу, как получу их. Автопилот включен. Автопилот выключен. Все, вроде оторвался. Очень вовремя. Нашелся еще один покупан. Езжай по этим координатам. Автопилот включен. Автопилот выключен. Кого мне ожидать? Клан Келли. Сюрприз! Что? Я же отделал их по твоей просьбе. Ага, но те чуваки хотели увести мой бизнес, а эти помочь моему бизнесу. Это другое. Хреновый план. Конечно, хреновый. Я придумала его 10 минут назад, но других вариков нет.
Ты помощник Фредди? Я бы выразился иначе, но ваше оружие у меня. Где бабки? Ясно. С ними такое дело. Иди нахер, в общем. Народ! Бросай ствол! Еду. Надеюсь, больше не будет никаких сюрпризов. Не будет. Или я не Агнес Маккарти. Но ты не Агнес Маккарти. Скажи это моему поддельному паспорту. Что за черт? Глаза разуй, тупая тварь! Дерьмо! Что? Где у тебя глаза? Нет. Ни хера не помогает! Ты помощник Фредди? Я бы выразился иначе, но ваше оружие у меня. Где бабки? Ясно. С ними такое дело. Иди нахер, в общем. Народ! У тебя проблемы! Эй! Стой! Тебе лучше сдать! Никак не хранится! Еду. Надеюсь, больше не будет никаких сюрпризов. Не будет. Или я не Агнес Маккарти. Но ты не Агнес Маккарти. Скажи это моему поддельному паспорту. Отказ повлечет за собой применение крайних мер. Стойте, и уйдите на бездвижение.
Пушки доставлены. Полный кобздец. Надо придумать другой способ отправить их в Манчестер. Ты так заморачиваешься из-за этих покупателей. Кто они? Лан, короче, они не просто какая-то ячейка. Они моя ячейка. Были ей. Сейчас мы почти не контачим. Но, типа... Ты не можешь о них забыть. Понимаю. Во, зачем нужен мозгоправ, когда рядом есть немолодой ковбой в плаще? Ты молодчага, Пирс. Звони, если будешь искать работу. А что не так с моим плащом? Давай, действуй. Ноль пять, ноль девять, ноль один. Есть новости об устранителях. Один из подозреваемых встречался с другим лицом, представляющим для нас интерес. Кодовое имя Ноль, глава сети 404. Странно, что представители двух преступных групп, занимающих одну нишу, встречаются в дружественной обстановке. Пока есть два варианта. Первый – они действуют сообща. Второй – группы договорились о перемирии, чтобы работать независимо друг от друга. Я свяжусь с ячейкой, которая ведет наблюдение за 404. Вероятно, вскоре нам придется объединить силы. Конец связи. Подозреваемые в вашем районе. Диспетчер, мы преследуем цель. Диспетчер, не вижу цель. Жду указаний.
диспетчер, разошлите ориентировку. Тут никого нет. На побегушках. Газон качается, а потом...